Такие колонны-гиганты для заводов большой химии делают из первоклассной хромо-молибденовой стали. Их собирают, сваривают из отдельных колец секций. Секции же вытачивают из многотонных заготовок. Процесс длительный и дорогой. Больше половины металла уходит в стружку. Впрочем, так было. Теперь на Уральском заводе химического машиностроения имени 50-летия СССР освоена новая технология. Только внутреннее кольцо делается из легированного металла, а вся толща секции наматывается из рядовой стали. Затем выравнивание торцов секции. Наплавка, накрепко соединяющая слои листовой стали. Снова небольшая, но точнейшая доводка торцов, и секции можно стыковать и сваривать. Новая технология повысила производительность труда в 5 раз и дает значительную экономию дорогостоящего металла. Сварные швы 30-метровой колонны проверяются самым тщательным образом, ведь реакции в таких колоннах протекают при высоких температурах, при давлении в сотни атмосфер. Проверка идет в особых камерах. За создание многослойных рулонированных сосудов высокого давления для агрегатов большой единичной мощности и организацию их промышленного производства группе работников завода и ряда научно-исследовательских институтов присуждена государственная премия СССР.